Сегодня у съемочной группы канала «Республика» был непростой день. Мы хотели побывать на сессии хурала представителей ПГТК «Ахем», где решался важный для коахемцев вопрос. Кто заменит председателя поселка Сергея Лаптева? Ведь в данный момент он мобилизован. Попасть на сессию нам не разрешили. Большинство депутатов было против. Против. Вы можете объяснить свое решение? Власть должна быть открытой. У нас по регламенту закрыто заседание сессии. Там были какие-то секреты? Нет, никаких. Ну, тогда, может, это общепринятые, общие, значит, государственные вопросы. Тем временем сам Лаптев очень надеялся, что проблем с выбором возникнуть не должно. Ну, согласно уставу администрации, заменяет меня заместитель, исполняет все обязанности. Сегодня мы с ним на связи, работаем. То есть я и здесь головой, и там головой, и люди до сих пор пишут. И вот в таком вот режиме приходится искать, пока я на связи. Вот, я уверен, администрация меня не подведет, моя. В его двухнедельное отсутствие дела приняла Ольга Луценко, заместитель председателя по финансовой части. Однако мнения мобилизованного председателя Коахема и депутатов разделились. Ираида Байкараевна, спасибо, что все-таки решили дать нам интервью. Расскажите, пожалуйста, что происходило на этой сессии? По уставу мы, хурал представители ПГТ Коахем, 15 депутатов, должны решить, вынести коллегиальное решение о приостановлении его действий как председателя. Хурал представителей обязаны поставить временно исполняющего одного из заместителей. Должность председателя администрации поселка Коахем будет замещать заместитель по социальным вопросам и информационной политике, муниципальный служащий Надыла Ульяна Севеновна, которая замещает эту должность. Сам Сергей Лаптев не согласен с позицией депутатов. Он считает, что ныне действующая и исполняющая обязанности Ольга Луценко больше подходит на эту должность. Свою позицию Лаптев рассказал нам по телефону. У меня три заместителя. Да? Зам по ЖКХ, зам по финансовой экономике и зам по социальной политике. Зам по ЖКХ. У него очень много проблем у нас в поселке. В чинении один человек. Поэтому его еще плюсом ставить на поселок Коахем, общее регулирование, он вообще завалится работой и ничего не успеет. Зампосоц, ну, образование высшее, конечно, зампосоц подходит, но это еще в какие времена. Переподготовку эту тоже не проходила она. На сегодняшний день, почему кандидатура Луценко была поддержана главой? Во-первых, ее блок экономики и земельных отношений. В земельных отношениях три сотрудника. В принципе, более-менее они могут работать. Несмотря на разницу во мнениях, решение принято. Депутаты проголосовали в поддержку Ульяны Надыл.